Всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такие телефоны, 23 штуки их здесь. Выменял я их на Samsung S3 с битым модулем. Так как я замену не нашел, решил его обменять на телефоны. Начнем с вот такого китайца. Это у нас Ferrari. Конечно, я не любитель китайцев, но если дают, беру, почему бы и нет. Корпус у него металлический. Как слышно даже. Многим не интересен он, мне тоже, в принципе, для продажи все равно беру их. Вот тут типа имитация кожи, даже что-то похоже на типа кожзам такое. Он рабочий, весь проверял его. Батарейка здесь от Nokia подходит, это уже проверено. Такой вот китаец, я, конечно, брать его не хотел, но потом подумал, в принципе, может, кто и захочет себе для коллекции или просто прикалываться. LG с битым дисплеем, здесь так не видно будет, но там весь он в трещинах, я его даже и проверять не стал. Крышки тоже нет, и батарейки тоже, естественно, нет. Вот такой вот мини Panasonic. Вот еще и залепили вот так вот, то что крышка отпадает у него. Вот, проверял его на зарядку, не получается у меня зарядить его никак, он не хочет ни на лягушке, ни на зарядке своей вообще, походу ему все хана. Ну ничего, так будет в коллекции лежать. Дальше вот такой вот у нас планшет Samsung, тоже ему хорошенько досталось. Как видно, ровно и ровно так уходит. Модель здесь очень мелко написана, у меня камера не сфокусируется настолько. Ну, может, под восстановление, может, на обмен кому. У меня уже люди там интересуются насчет него. Дальше. Похожая модель LG, как тот был. Кнопку это я уже достал. Шурупы от него, короче, там кнопка, все дела. Тоже, короче, он весь мертвый. Этот включился, у него половина дисплея так разбита. Разбитый сенсор, батарейка есть. Я таким не интересуюсь, в принципе. Вот такой вот есть. Какая-то хреновина. Платы нет. Тоже так дали в нагрузку. Хлам, короче. Samsung C100. Рабочий. От него даже где-то батарейка валяется. Пытался зарядить его. Зарядил. Показывать дисплей тоже. Все хорошо. Мелодии играют. Это у меня уже третий такой будет. Samsung. Вот этот, по-моему, был даже рабочий. Да. На звонки я его проверил тоже. Так что все хорошо. Вот такой вот интересный Sony Ericsson. Мне вот прикал, как он светится по бокам. Крышка у меня есть от него, батарейка тоже нормальная есть. Надо только, у меня корпус есть такой пошарпанный, но хоть не розовый, я его переберу, чтобы был более-менее такой комплектный. И на полочку коллекцию, почему бы и нет. Nokia 5228, кто-то его так жестко раздербанил, середины у него нет, сенсор попадает, так нажимаешь на ОК, он в другую сторону вообще клацает. Короче, сенсор у него жопа. Ну, в принципе, у меня таких дофигища соберу. Вот такой вот дикий Motorola. Я его так и не запустил. Аккумулятор от него зарядил, в другой вставил, в другой включается Motorola, похожая модель. А этот нифига не заряжается.
Не включается. Тут хоть на зарядке так включается, а этот вообще никак. Я его разобрал, почистил, он там весь окислен был. Но все равно не удалось мне его оживить. Пускай будет. Вот такой вот Nokia у нас. E65. Весь рабочий. Я его, скорее всего, буду использовать как второй телефон, потому что труба такая неплохая. Так, цвет у него такой темно-коричневый, красивый. Тут немного блеск. Ну то ничего. Не знаю, почему у него клавиатура не светится. Если кто знает, напишите. Дальше у нас вот такой вот Sony Ericsson. Рабочий, но сейчас не могу показать, так как батарейку уже отдал человеку. Так тоже проверил, корпус у него вообще как новенький. Единственное, вот нет здесь наклейки. Дальше у нас вот такой вот LG. Тоже рабочий. Вот единственное, у него кнопка включения туго нажимается. Так проверил его на звонки, тоже все хорошо. Звонит. Я уже и флешку вставлял в него. Попробовал. Тоже сенсор рабочий. Такая вот мобила. Уже на Авито висит у меня. Так как я по таким не болею. Такой вот китайский Samsung. Туда же у него наклейка вот. Просто приклеена. Я его даже не проверял. Сказали просто, что у него битый сенсор. Не знаю, рабочий у него дисплей. Нет. Уже по таким я не урываюсь. Philips. Вот такой вот. Забрал, говорят, типа, может, сделаешь. У него типа проблема была, не включается. Говорит, может, переберешь, попробуешь запустить. Я его разобрал, он чистый внутри был. Единственное, там окисления были под дисплеем и под клавиатурой. Я взял, всем вычистил бензином галошей. И все. Рабочий телефон запустился. Единственное, у него здесь, если посмотреть, вот здесь видно, полоса такая, половина дисплея. Когда нагревается, бывает пропадает. Ну, это сейчас картинка такая, а то у него вот так она, как наплывом, короче, белым. Так тоже проверял. Этот Flight тоже, половина показывает дисплея, половина нет. Сенсор тоже побитый, как видно. Батарейка есть, но вздутая. Sony Ericsson вот такого вот не проверял еще, потому что подходящей батарейки к нему нет. Корпус убитый, но у меня корпус такой валялся от него где-то. Переберу. И вот такой вот Sony Ericsson, если не ошибаюсь, у меня такой уже есть. Но, по-моему, тоже без крышки. Такой тяжеленький. Нормальный телефончик. И напоследок вот такая вот Nokia. Долго я такую искал. Мне вот очень нравится, как она светится. Что-то крышка отошла. Сегодня разобрал его, весь полностью вычистил. Вот здесь вот рифленость такая, каждую канавку вычистил, чтобы всякой грязи не было. Единственный минус, здесь кнопочки не хватает, вот здесь вот решетки. Вот так абсолютно весь проверил. Обалденный телефон. И вот зарядил его еще утром. Батарейка нормально держит, не так как на некоторых бывает попадается, что вообще 5 минут издыхает. Ну, как-то так.